Дети уверены, что мир крутится вокруг них, что их всегда защитят, что о них позаботятся. Но однажды они понимают, что это не так. Когда ты ребенок и ты один, монстр считает тебя слабым. И ты даже не замечаешь, как они приближаются. Пока не становится слишком поздно. Вот. Возьми. Дедушка говорит, наш город проклят. Всему ужасному, что здесь происходит, есть причина. Зловещая причина. Билл, если ты пойдешь со мной, тебя тоже унесет. Я видел что-то. Клоуна! Я тоже его видел. А что, если пропадет еще кто-то? Кто-то из нас! Не все! Вы творите, что ничего не происходит, как остальные?